Всем здорово, товарищи танкисты, с вами снова Хантрес. Тема сегодняшней шоу, как обычно, War Thunder. Героем нашей ролика станет сегодня, ну, довольно любопытная колесная итальянская B1 Centauro. Давненько я уже хотел, так сказать, сделать по ней обзорчик. Я вам сходу скажу, что я не буду впарить, что это какая-то местная имба. Даже на фоне АУБЛ-ки, на которой недавно делал обзор на своем канале, она выглядит, ну, скажем так, так себе. Здесь работает та же самая фича, ребята, как я говорил, собственно, про 80-ку, да. Вещь, которая вам нравится визуально, всегда вызывает у вас какой-то игровой интерес, вам заходит. Хочется на этом покатать, превозмочь и так далее. И, в общем-то, и все, что с этим связано. Первое, с чего хочется начать данный ролик, это, конечно же, поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши лайки, дизлайки, комментарии, особенно под роликом по БМПХе 2. Там под видосом более 650 лайков и 8000 просмотров. Для меня, соответственно, это прямая мотивация пыхтеть и делать какой-то контент по нашей замечательной игре. Если, соответственно, под этим роликом будет более 300 лайков, я постараюсь достаточно оперативно замутить какой-нибудь ролик на что-нибудь тоже не менее интересненькое. Возможно, это будет объект 906, какой-нибудь Ил-28Ша, или же Лорейн 40Т. Ну и, естественно, вы можете оставлять свои какие-то хотелки в комментариях под этим видео. Я их обязательно прочту, ознакомлюсь и приму, как говорится, к сведению. Значит, вернемся к нашим кентаврам. На ваших экранах сейчас будет, как обычно, знаете, игра контрастов War Thunder, потому что сейчас на песчаной карте просто с кумулей на 400 пробоя езжу, ваншочу все и вся, еще попадаю на линию Мажиноид, буквально был следующий же бой. Выстрел в бортовое отделение через двигатель, да, кумульный 400 пробоя не преодолел. Повторный выстрел, кстати, если вы посмотрите на килл-камеру внимательно, то есть там сработал холл-брейк, машина просто закончился ХП. Если вы посмотрите на экипаж, ему было просто абсолютно все равно на то, что я, собственно, там сделал выстрел ему в затылок. Опять же, шотик по центру коробочки, по Брэдли, да, я даже холодильник с попива там не повредил. И, в общем-то, знаете, так вам скажу, что игра на этой машине напоминает мне, ну, ту шутку про два стула, то есть на одном пике точеный, на втором, соответственно, вот эти самые. На какой сядешь, выбирай, как говорится. Конкретно говорю я про боеприпасы. Это, конечно, их больше, чем два, но, на мой взгляд, только двое актуальны. То есть кумули вот эти, я считаю, топовыми, да. На 400 пробоя подобные стоят на СТБшках первых, на леопардах, да, в принципе, на многих, на самом деле, машинах. И отстартуете вы, соответственно, со стока с БПСами, с отделяющимся поддоном на 300 пробоя, и шутки про тракториста здесь весьма актуальны. Здесь, наверное, стоит вставить какую-нибудь теорему Экскобара, потому что что тот боеприпас, что, соответственно, другой, мне, на самом деле, не очень нравится, никак-то они меня не импонируют, потому что то хуйня, что это хуйня, вот это обе хуйни такие, что я, блядь, ебал ее маму рот. Что кумули со всеми вытекающими, всякие там веточки, листики, деревья, какие-нибудь заборчики и так далее и тому подобное, все это безобразие об этом взводится и, соответственно, препятствует вам нагибать. Добавьте сюда ко всему еще, естественно, рандомное заброневое, то есть в одном бою вы будете ваншотить все и вся, во втором вы просто будете ездить, целовать кактус, поливая бабушку и не перепуды. Потому что у меня было много случаев, когда я выезжаю на какую-нибудь помойку, типа ПТ-76, стреляя просто тупо по центру боевого отделения, тупо в хлеборез, понимаете, просто посередине танки. Убиваю и просто холодильник из-под пива и мехвода. Дальше просто-напросто ни холлбрейк не срабатывает, ни за броневой вообще-то не происходит. То же самое, ребята, будет на БПСах. То есть тут еще пробоины суточку поменьше, ну, правда, поприятнее, конечно. Баллистика, выше скорость снаряда и приятнее целиться, это, конечно, да. Ну и плюс они пролетают всякие кусты, деревья, все, что с этим связано, но за броневой, ребята, по-прежнему точно такой же рандомный, как-то так. Добавьте сюда к тому, что КДшка у вас, опять же, не самая царская, то есть здесь 7.1 на экспертах, 6.7, соответственно, на асах, плюс ко всему, видите, да, на ваших экранах просто-напросто огромный, я даже сказал бы, здоровенный просто кусок сарая, собственно, машину эту сравнить можно с каким-нибудь Маусом, реально, если вы поставить его рядом, ну, как бы, она недалеко ушла, понимаете, ну, понятное дело, конечно, что здесь масса, да, 25 тонн, плюс ко всему, тут двигатель, силовая установка, 520 кобылок. Хотя к этому есть тоже довольно ряд таких, ребята, знаете, серьезных претензий, то есть машина вроде бы номинальная 110 км в час, то есть, ну, это по сути Мазерати, понимаете, но едет она только нормально по дороге, а по всякому говну вы будете испытывать достаточно серьезные затруднения, как и, в принципе, я недавно рассказывал по УБЛке, то есть по всяким снегам и по песку вы будете, дай бог, ехать 25, там, максимум 30 км в час, соответственно, по грунтовке вы будете ехать полтинник, это уже вроде как приемлемо и нормально. Здесь еще из недостатков, знаете, вот смотрите, заднее расположение башни, вы видите, вот такое кормовое, да, и минус 6 на плюс 15 УВН, то есть иногда приходится тоже с этим считаться, не очень приятно. Ну, привыкнуть, конечно, можно ко всему, но представьте, вам нужно выкатываться полностью на вот этом сарае. И еще вот, смотрите, колесная база, в чем неудобно, вот смотрите, да, я сейчас убил 34-ку, по мне отстреливается 62-ка, я не могу машину вперед двинуть, понимаете, я сейчас полностью вот давлю W, она не едет просто-напросто вообще.
А, то есть вот эта вот силовая установка на 520 кБ, она, по идее, должна нормально толкать, на самом деле, вот эту колесную базу 25-тонную. Но она почему-то, ребята, с этим не справляется. Ну, вот нет у нее просто мощи, понимаете? Не знаю, это крайне неприятно. То есть бывают не такие ситуации, что вы должны либо откатиться назад, либо же наоборот вперед, а вам просто ваша машина не позволяет вот это вот все делать. Неудобная, очень неудобная. Вот реально, вот есть своя специфика, из-за которой вот приходится просто-напросто превозмогать. По геймплею, в принципе, она вроде как, ну, знаете, ничего. Иногда можно даже что-то ворваться. У нее довольно приятная выживаемость, потому что, ну, все вы знаете, что у нас самое лучшее бронирование — это его отсутствие. Здесь, конечно, все не так грустно, как с УБЛ-кой. То есть у вас тут все-таки там 25-35 мм в некоторых местах, то есть браунингов вас, конечно, пробивать не будут, но всякие там камерники от 906 объектов, 55-ок, ломы, в принципе, да даже иногда кумулятивы вас не ваншотят, ну, тупо все пролетает на вылет и не оказывает должного заброневого воздействия. Это, конечно же, приятно. Из приколюх стоит отметить то, что у вас есть один пуск 8 гранат дымовых, да, они аэрозольные, в отличие от УБЛ-ки, на которой недавно делал обзор, что, естественно, приятно. То есть это вы можете и свыниться достаточно быстро, да, и наоборот ворваться под шумок с этими дымовухами. Есть, опять же, возможность помечания противника для своих союзников, то есть вы можете работать как ЛТшка, что, естественно, для вас приятно. Плюс ко всему, ну, я привык просто играть так агрессивно, знаете, иногда мне все-таки весело. Я частенько просто врываюсь на машину, иногда мне получается даже что-то закаруселить. Ну, конечно, бывают и неприятные для меня моменты, ребята. Я не стал, конечно, заливать в ролик, вы понимаете, да, по какой причине. Потому что, когда вы врываетесь, там еще несколько танков, у вас еще башня вращается всего лишь там на 21, там, с копеечками градусов, и, конечно, вы отъезжаете. К слову, кстати, единственную машину, с чем можно сравнить, ребята, это 10 RCR французская. Недалеко она, на самом деле, от нее ушла. У вас, конечно, понятное дело, преимущество в том перед ней, что вы имеете стабилизатор, но, на самом деле, все остальное это минус. То есть, французская булочка может, например, разворачиваться на месте, да, там шестиколесная база, она еще по размерам гораздо меньше, и плюс ко всему там на 8.0 все-таки есть лом на 325 пробоя. Там, конечно, и КДшка вроде как поменьше, то есть там 8.1 на экспертах, а здесь 7.1, но тем не менее. По выживаемости они примерно одинаковые, то есть, ну, не знаю, для меня, конечно, идеальный такой колесной ПТшки, наверное, на никаком БР не существует, ну, по крайней мере, пока что. В общем, пишите, как вам, ребята, B1 Центавра, с вами был Хантрес, всем спасибо, всем пока.